песня. Мы одна семья. Друзьями, вот моя рука. Исчезает время для меня. В каждом дыхании, в каждом движении магия. Непокорная и неуловимая, там льется музыка, тихая, тихая, переливами неповторимыми. Она играет для меня. На усталых струнах души тихая мелодия любви дрожит. На усталых струнах души перебором нежным дышит. На усталых струнах души серебром аккордов сердце ворошит. На усталых струнах души неужели ты не слышишь? Переплетаются линии на грани двух миров. Соприкасаются, освобождаются от оков. Я любовь свою не хочу спугнуть. Не торопи меня, просто со мною будь. Нежная, как шелк, музыка моя, она играет для тебя. Тихая мелодия любви дрожит. На усталых струнах души перебором нежен дышит. На усталых струнах души серебром аккордов сердце ворошит. На усталых струнах души.
души. Неужели ты не слышишь? Дорогие друзья, громче-громче аплодисменты. Сергей Артемьев и ансамбль современного танца «Виктория», руководитель Яна Коршунова. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас всех в нашем уютном зале городского дворца культуры. Сегодняшний концерт – это не просто концерт. Сегодня вокальная студия «Старт» празднует свой день рождения. Нам 15 лет! Да, 15 лет – это значимая дата для коллектива. И чего только не было за эти годы. Активное участие в городских и областных мероприятиях, победы на городских, областных, международных и всероссийских конкурсах, участие в телевизионных проектах. Да, Татьяна, нам есть чем гордиться. Но нам и есть к чему стремиться. Мы находимся в постоянном творческом поиске, результат которого и оценивает наш любимый зритель. Ну и прежде, чем мы начнем, хочу отметить, что вокальная студия «Старт» стала своеобразной творческой лабораторией для создания отдельных шоу-проектов. Как сказал один из владимирских журналистов в своей статье, «Старт» — это владимирская фабрика звезд. За эти 15 лет творческих проектов действительно было немало. Это и замечательный коллектив шоу-группа «Шоколад», представивший в 2017 году свой третий сольный концерт, и вокальное трио «Карамель», один из самых стильных проектов, дуэт «Престиж», неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, вокальное трио «Небеса», наш совместный, самый молодой проект. Так, Сергей Викторович, я думаю, что так можно перечислять до бесконечности. Ну, не до бесконечности, но, конечно, я не успел сказать еще об одном крупном проекте, на мой взгляд. И кажется, я знаю, о каком проекте вы говорите. Именно этот проект существует уже 8 лет, и специально для него была разработана авторская методика. Именно он является первой ступенью для начинающих артистов. Это эстрадная школа Сергея Артемьева. Совершенно верно. И предлагаю прямо сейчас предоставить эту замечательную сцену для начинающих артистов. Дорогие друзья, встречайте на этой сцене бурными аплодисментами вокальные студии «Старт» и эстрадная школа Сергея Артемьева. Thank you.
Ансамбль скрипачей «Детская музыкальная школа номер 1». Руководитель Антонина Пшенцова. Thank you.
смахни перышко, мое горюшко. Постигнуть мудрость и однажды вернуться домой, где семья и любовь и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет.
это гавань тебя. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты. Сергей Артемьев и образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Юнона» под руководством Елены Майоровой. Дорогие друзья, за эти 15 лет из вокальной студии «Старт» выпустилось огромное количество выпускников. Со многими из них я поддерживаю отношения и работаю до сих пор. А кто-то, став взрослым, не связал свою дальнейшую жизнь со сценой. Но приходят, я надеюсь, на наши концерты. Есть и те, о ком сегодня я просто не могу сказать. Мне очень приятно, что часть выпускников посвятила свою жизнь творчеству, музыке, а некоторые из них принимают участие и в сегодняшнем юбилейном концерте. Конечно же, это выпускница самого первого набора студии, очаровательная Марина Пашина, мама двух замечательных детишек, продолжает карьеру певицы. Сергей Мартиросян, Иван Хадимчук, в настоящее время студент в ГИКа, Ксения Черненко, солистка шоу-группы «Шоколад», начинающая фотомодель, Маргарита Стурза не только продолжает выступать на сцене, но и работает художественным руководителем в Доме культуры микрорайона «Арктруд». Встречайте прямо сейчас на выпускница вокальной студии «Старт» Маргарита Стурза. Нежность.
жить без тебя. Ты, ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорей. Пожалуйста, его убереги, чтобы с нами не произошло. От меня не беги. Соединились наши орбиты. Мы видим мир, которого нет. Что к тебе тянет, будто магнита. Ни для кого уже обезоружена, ведь ты очень нужен мне, ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне. Легенда разрушена, я обезоружена, ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне. Обезоружена, ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне. Нужен мне, нужен мне, нужен мне. Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне. Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне. Я обезоружена. Hold you close under the rain.
Океанами стали мне это нравится.
промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Как нам друг без друга прожить три дня? Кам, кам, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить? Друг без друга прожить три дня? Кам, кам, ты самый опасный для меня. По сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы по сути, как ни крути, близкие люди. Они думали, мы упадем, океан. Друга с ума сойдет. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Six, seven, eight. Давай захватим город в плен. And all that jazz, я приспущу чулки до самых до колен. And all that jazz, все за мной. Я знаю стильный бар, там джин дают как лед, и от рояля жар. Там вечно шум и гам, и драки по ночам. And all that jazz. Эй, давай захватим город в плен. And all that jazz. And all that jazz. Я приспущу чулки до самых до колен. And all that jazz. And all that jazz. Все за мной, я знаю стильный бар. Там джи дают как лед, и от рояля жар. Там вечно шум и гам, и драки по ночам.
стоишь, а я бегу на месте. Не могу сделать этот первый шаг. Я не в масть, как черная невеста. Твои глаза словно лезвие ножа. Пронзай меня не спеша. От тебя оторваться нет сил, и с тобой не живет душа моя. Не меняй крестики на иксы, все равно будет то же самое. Несочетаемое, безответно, одиночество мое. Его не поделить. Сотри меня, удали. Безответно, одиночество мое. Безответно, ай, ночью ветер мне покоя не дает. Ночью ветер покоя не дает. Не утихнет и с собой не заберет. Покоя не дает, не утихнет и собой не заберет на рассвете. Безответно одиночество мое. Вместе с нами! Безответно одиночество мое. Безответно. Ночью ветер мне покоя не дает. Не утихнет и с собой не заберет на рассвете. Ай, безответно одиночество мое. Сергей Артемьев и шоу-группа «Шоколад». Как вы уже успели заметить, у нас много коллег-друзей, с которыми мы сотрудничаем на протяжении всех этих 15 лет. И сегодня еще раз хочется поблагодарить наших собратьев по творчеству. Надеемся, что впереди нас ждет еще много интересных, ярких совместных тандемов. И прямо сейчас, дорогие друзья, один из таких замечательных проектов – вокальное трио «Небеса» и ансамбль современного танца «Виктория», руководитель Яна Коршунова. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now, so we got. Little body never killed nobody. So we can dance until we drop, drop. Little party never killed nobody. Right here, right now, oh, we can. Little
dancing to me, drop, drop. Little party never kill nobody. Right here, right now, that's all we got. Little party never kill nobody. So we gon' dance until we drop, drop. Little party never kill nobody. Right here, right now, all we can. Right here, right now, all we got.
танцевальный дуэт «Респект». Вижу твой взгляд, все теплее с годами, сжимается сердце мое. И про меня говорил своей маме, я все отдам за нее. Поговорила с остывающим кофе, мол, что он еще не пришел. Его задержали опять на работе, все будет у нас хорошо. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим, он говорит доброе утро. Я не слышу пута, он сжал мне руку сильно. А дальше как бывает в лучших фильмах. В лучших фильмах. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим, он говорит доброе утро. Я не слышу будто, сжал мне руку сильно. А дальше как бывает в лучших фильмах. В русских фильмах. В лучших фильмах. В русских фильмах. Кого-то очень похожим.
просто, 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 ага. Ага. Просто считать весь мир простым и обычным. Просто идти всегда маршрутом привычным. Но найти свои пути так пораньше. Просто, 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 ага. Над дорожной пылью звездный путь. Нам только крылья распахнуть и взлететь над прежним, над собой. Загореться новой звездой. Жить, гореть и не угасать. Жить, а не существовать. Но однако уж светает. Звезды тоже тают, тают. Жить, гореть и не угасать. Жить, а не существовать. Но однако уж светает. Звезды тоже тают, тают. Ага. 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 Michelle, my friend, white girl. This one for them good girls, them good girls. Straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Good chucks of the sail around. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Wow. Too hot. When a police, when a fireman. Too hot. Make a dragon want a retirement. Too hot. Say my name, you know who I am. Too hot. My band, band, they money, break it down. Girls hit to hallelujah. Girls hit to hallelujah. Girls hit to hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh. Stop, wait a minute. Fill my cup, put some liquid in it. Take a sip, side check. Julio, get a stretch. Lock to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show out, we gon' show out. Smooth than a fresh jazz, keep it. Too hot. When a police, when a fireman. Too hot. Make you drink and want a retirement. Too hot. Say my name, you know who I am. Too hot. And my bad, bad, damn, money, break it down. Girls hit to hallelujah. Girls hit to hallelujah. Girls hit to hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me.
будет сильно за 20. Наверное, будем и тише смеяться. О-о-о. С улыбкой альбомы детства листая, какими были, какими стали. О-о-о. Все быстрее оно наступало, наше завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. О-о-о. О-о-о. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильной. И жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Когда нам будет серьезно за 30, бояться будем кого-то влюбиться. О-о-о. Размеренный шаг у взрослой жизни, достигнуты цели, порядки мыслей. О-о-о. И пусть все так же катится, сменяют лето зимы. И пусть мелькают пятницы, пока мы молоды, пока мы любимы. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабым, а я с тобой буду сильной. И жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Завтра она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабым, а я с тобой буду сильной. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабым, а я с тобой буду сильной. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Дорогие друзья, громче-громче, вокальная студия «Стар». Я думаю, на этой сцене не хватает еще одного человека. Сергей Викторович, можно вас на сцену? Конечно же, как на любой день рождения, на и самый главный юбилей, принято дарить подарки и, конечно же, поздравления. Я с особым почтением приглашаю на эту сцену директора городского дворца культуры Наталью Загубнюю. Вечер. Не как директор, как девочка. Как жалко, что я не в платье со стразами в пол. Но вы меня простите. Но сегодняшний вечер предполагал вот этот красивый, безумно интересный, яркий, блестящий вечер. Вы меня простите, а я хочу вас поздравить с юбилеем! В жизни любого коллектива случаются головокружительные взлеты, успехи, бывают, ну, падения нет, но, наверное, какие-то проблемы. А вот от себя я хочу пожелать, чтобы у старта всегда были только взлеты. Выше, 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 еще выше, чтобы появлялись новые участники, чтобы было больше вот таких замечательных зрителей, которые поддерживают. И, конечно же, чтобы вы все, такие талантливые, светлые, всегда были самыми-самыми на любой сцене. Этой, большей, меньшей, неважно. Удачи, старт! И
Позволю себе. Администрация города Владимира выражает благодарность народному коллективу, вокальной студии «Старт», муниципального автономного учреждения культуры, городской дворец культуры, руководитель хормейстер Сергей Артемьев за многолетнюю творческую деятельность, активное участие в культурной жизни города и в связи с 15-летием со дня образования коллектива. Глава администрации города Владимира Андрей Станиславович Шохин, глава города Владимира Ольга Александровна Деева. Ой, ну здесь право слова, именное поздравление именно Сергею Викторовичу от начальника управления культуры и туризма Алины Алексеевны Ведехиной. Пожалуйста, я с вашего позволения зачитывать не буду. И городской дворец культуры, кроме слов благодарности, подготовил благодарственные письма. За большой вклад в развитие творческого коллектива, активное участие в деятельности городского дворца культуры в связи с 15-летием студии «Старт» благодарственным письмом награждается Елена Валерьевна Артемьева. Она не в зале. Будьте добры, передайте. Спасибо. Благодарственное письмо вручается солистке вокальной студии «Старт» Полине Громовой. Очаровательной Юлии Мамневой. Ой, право слово очень сложно говорить. Выпускницы коллектива. Но вот так сложилось. Выпускницы, но для нас все равно солистки студии «Старт». Ксения Черненко. Дорогие друзья, спасибо всем большое. Для меня лично сегодня открытием стали небеса. Вам отдельное спасибо и удачи. Спасибо большое. Спасибо огромное за такие прекрасные и добрые слова. Ну а сейчас уже по сложившейся традиции именно у нас в городском дворце культуры весь концерт вы, зрители, дарили свои эмоции, свои улыбки и свои аплодисменты артистам. А сейчас, дорогие артисты, давайте громкими аплодисментами поблагодарим ваших зрителей. Ну а сейчас, пожалуй, настал самый торжественный момент. Пора вручать цветы и аплодисменты нашим дорогим артистам. В сегодняшнем юбилейном концерте принимали участие эстрадная школа Сергея Артемьева, Валерия Новожилова, Мария Касаткина, Дарина Богачева, Алена Игнатьева, вокальные студии «Старт» Илья Лочкарев, Полина Громова, Екатерина Зверева, Мария Семенова, шоу-группа «Шоколад» Юлия Мамнева, Вероника Борисова, Юлия Начарова, вокальные трио «Небеса» Елизавета Лебедева, Светлана Баландина, Екатерина Антонова, танцевальный дуэт «Респект» Виктория и Антон Лавренковы, ансамбль скрипачей детской музыкальной школы номер 1 имени Танеева, руководитель Антонина Пшенцова, Ксения Черненко, выпускница вокальной студии «Старт», детский танцевальный ансамбль «Тори», руководитель Яна Коршунова, Сергей Мартиросян, ансамбль современного танца «Виктория», руководитель Яна Коршунова, Марина Пашина, танцевальный проект «Z-Show», Маргарита Стурза, танцевальный проект «Джерси», Сергей Артемьев. Также выражаем огромную благодарность техническим службам, руководству ГДК и, несомненно, вам, наши родные и близкие друзья. Отдельное спасибо фотографам мероприятия Вадиму Пакулину и Ксении Белецкой из студии «Новый день». Рекламные ролики, фильмы, презентационные и бизнес-видео. Все это студия «Новый день». Дорогие друзья, и еще одни большие друзья этого замечательного коллектива. Встречайте громкими аплодисментами ансамбль эстрадного танца «Юнона», руководитель Елена Майорова. Ну что же, друзья, с юбилеем!
на сердце тепло. Стал счастливым для нас этот день. Поздравления, цветы и признание в любви дорогих самых близких людей. Ярче свет небеса, блеск и радость в глаза, детский смех и гостей полон дом. Звонче птицы поют, звездопадов салют, и еще добрых слов миллион. Юбилей собирает родных и друзей, мой чувств зажигание свечей. Яркая звезда светит пусть всегда, светлый праздник души юбилей. Мы подводим итог, столько встреч и дорог, воплощение новых идей. И потерь, и побед, и борьбы много лет, ну а время летит все быстрей. Солнце луч вдалеке прикоснется к щеке, все волнения уже позади. Самый лучший сюжет жизни прожитых лет, не грусти, все еще впереди. Встречайте, хореограф вокальной студии «Стар» Елена Попова. Бессменный руководитель вокальной студии «Стар», эстрадной школы, вокального трио «Небеса», шоу-группы «Шоколад», певец, шоумен Сергей Артемьев. Ну и, конечно же, какой день рождения без торта? Сладкий подарок от любимого и любящего руководителя Сергея Артемьева. Юбилей собирает родных и друзей, море чувств зажигание свечей. Яркая звезда светит пусть всегда, светлый праздник души юбилей. Юбилей собирает родных и друзей, море чувств зажигание. Аплодисменты хореограф вокальной студии «Старт» Елена Попова и бессменный руководитель Сергей Артемьев. А все это вокальная студия «Старт». Мы не говорим вам «до свидания», а говорим вам «до новых!»